Перепады температур, дождь и снег, капризы погоды не помеха для спортсменов. Сезон лыжных соревнований открыт. Сегодня мы традиционно открываем зимний сезон соревнования по лыжным гонкам. Участвуют спортсмены-профессионалы, любители лыжного спорта со всей Московской области и не только Московской области. Например, есть участники из Мордовии даже приехали к нам. Владимир Лобачев из Сходни решил открыть сезон в Дмитрове, поскольку здесь тренируются многие его знакомые. Приезжаю сюда довольно-таки часто. Трасса хорошая, организация тоже отличная, так что все замечательно. В соревнованиях участвовали как совсем юные лыжники, так и спортсмены, которые даже после 80 в отличной форме. Дмитровчанка Маргарита Румянцева победила на дистанции 5 километров в категории старше 60 лет. Каждый, уважающий себя и кто хочет здоровья хорошего, должен всегда заниматься спортом. Поэтому я не пропускаю ни одной лыжни. Результатами на первых стартах в сезоне не все остались довольны. Но впереди целая зима, чтобы улучшить время. Я ожидала лучшего, но нет, не получилось. Мне понравилось. Немножко меня подрезали. Ну, хотела второе или первое, но в следующий раз будет лучше. Постараюсь еще раз. Тем не менее, участники получили заряд хорошего настроения и бодрости. Приходите, катайтесь. Для здоровья это очень полезно. Тем более здесь такой сосновый бор вообще. Воздух идеальный. Мне тут очень нравится кататься. Всего на трассы вышли 124 участника, разыгравшие 18 комплектов наград в разных возрастных группах на дистанциях от 1 до 10 километров. Дмитровчане завоевали 2 золотых, серебряную и 2 бронзовых медали. Следующие соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта в конце января.